Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про проблеми людей з інвалідністю. В гостях у нас громадський активіст, член громадської ради при Одеській міській раді Юрій Кудіяров. Вітаю вас, Юрій Анатолійовичу. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Що робить міська влада для людей з інвалідністю? Як завжди, ми маємо три варіанти відповіді. Якщо ви обираєте перший і вважаєте, що всіляко допомагає, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо вважаєте, що робить вигляд, що допомагає, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо обираєте третій варіант і вважаєте, що не помічає їх, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за номером телефону 728-7207. Отже, а я пропоную почати нашу бесіду з вами з перегляду сюжету. Якраз на перший погляд сюжет про візит прем'єр-міністра Гройсмана до Одеси. Але це лише на перший погляд, бо, дивіться уважно, є в сюжеті і про проблеми людей з інвалідністю. Будь ласка, увагу на екран. В Одессу с рабочим визитом приехал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. О том, что он собирается посетить только что открывшийся центр админуслуг в Киевском районе, становилось понятно еще на подъезде к нему. Вымытый с шампунем вход в трехэтажное здание разве что не сверкал. Глаз радовала изумрудная молоденькая травка, волшебным образом выросшая здесь всего за одну ночь. По бокам газоны чернели земляной пустотой. Но оно и понятно. Зачем радовать глаз там, где не пройдет нога высокого гостя? В фойе центра Владимира Гройсмана ждали помывшие шею городские чиновники, украшенные шарфиками по случаю визита премьера в приватизированной Трухановской партии «Одесские цвета». Премьер прибыл с опозданием в окружении свиты, губернатора области и главы Труханова. Последний сразу при входе в помещение центра начал, слегка заискивая перед высоким гостем, расхваливать количество центров, в которых теперь граждане одесситы могут получать админуслуги. Киевская, Малиновская, точно такое же. Суворовская, я думаю, мы консультацию закончим. Тут 300 тысяч проживает население в Суворовском, да. Также заканчиваем, потому что там не типовое здание, условия ужасные. Да. Ну, вот мы выделили средства и тоже реализуем этот проект. Я считаю, что... И пятое подразделение у нас сейчас в реконструкции тоже. И, конечно, Косовская, тоже. Там у нас, мы обслуживали раньше месяц, максимально 3 тысячи могли обслуживать. Сегодня это уже за 18 тысяч. В месяц я считаю, что на 100 тысяч. 19 тысяч мы уже обслуживаем. Я считаю, что на 100 тысяч населения должен быть один центр, где сконцентрированы все абсолютно. То есть, как считает премьер, на каждые 100 тысяч жителей должно быть по одному такому центру. Явно Одесса до этого числа не дотягивает. У нас пока их два. И, видимо, одесская городская власть берет другим не количеством самих центров, а количеством денег на них затраченных. Интересно, почему наш голова не похвастал премьеру, во сколько обошлась городской казне афера с созданием на упомянутой Трухановым Косовской, бывшим заводом «Краян». А ведь это почти полмиллиарда гривен. Кажется, за такие деньги можно было открыть не менее сотни подобных центров админуслуг. И да, не хочется, конечно, расстраивать киевских гостей, но даже наличие таких дорогих относительно нашего с вами бюджетного кармана, административных центров и особенно так называемой новой мэрии, вовсе не делает местную власть доступней. Так незрячему одесситу Юрию Кудиярову пришлось ждать приезда премьера, чтобы с его помощью заставить работать местные органы власти. Я обратился к нему с заявлением о том, чтобы решился вопрос о пенсиях по утере кормильца для сирот детдомовцев. Чиновники города что, не помогают? К сожалению, я вот за всю каденцию господина Труханова, я ни разу к нему на прием так и не попал. Вот, хотя я и писал к нему обращение, указывал о просьбе личной встречи. Но, к сожалению, Геннадий Леонидович слышит только то, что он хочет слышать, и знает только то, что он хочет знать. После центра админуслуг в Киевском районе Владимиру Гройсману и столичной делегации предстоял визит в 11-ю городскую больницу, на базе которой была открыта муниципальная неотложная помощь, а также посещение евротерминала на территории Одесского порта. Отже, Юрію Анатолійовичу,
Ну, ви спробували зустрітися і поспілкуватися з прем'єр-міністром. Я так розумію, пробували і зустрітися, поспілкуватися з мером нашого міста. Розкажіть, будь ласка, про суть вашої проблеми і чи була вона вирішена? Здравствуйте, уважаемые зрители. Я несколько раз пытался встретиться с Геннадием Леонидовичем. Он был у нас на предприятии до избрания мэра, потом был, когда уже как мэр. Я просил о личной встрече, уже обращался лично к нему. Но, к сожалению, так за всю каденцию я к нему не попал. Даже и письменные обращения были по этому поводу. Суть такова, что сироты, проживавшие в детских домах и интернатах, не имеют возможности оформить пенсию по утере кормильца, так как они не могут предоставить документы, подтверждающие трудовой путь родителей, которые не выполняли своих обязанностей там по разным объективным, субъективным причинам, заработную плату там и другие документы, которые дающие право тем инвалидам детства, у которых были родители и умерли, им не могут предоставить эти документы, подтвердить все трудовой стаж, там заработную плату. Поэтому вот я считаю, что вот это вот социальное неравенство, я пытался обратиться к Геннадию Леонидовичу, считая, что местная власть должна заниматься проблемами жителей того региона, в котором мэр является вот мэром нашего города. Я считал, что вот... Ну, это так и есть, это целиком логично, а как иначе? Це так і є. Ну, а проблема так досі не вирішена? Ні, вона залишилася, скажімо так, в підвісному стані. У меня вот, честно говоря, вы знаете, когда я вот смотрю иногда сессию, ну, слушаю сессию горсовета, я слышу, что туда приходят различные депутаты, я не буду их называть, но они приходят на сессию, да, и я думал, что Геннадий Леонидович все-таки сделает встречу, хотя я тоже опять же в письмах указывал, сделать встречу с этими депутатами для того, чтобы решить этот вопрос, потому что депутаты Верховной Рады, они имеют право законодательной инициативы, они могут написать законопроект, провести его в действие через Верховную Раду, но, к сожалению, поддержки я, к сожалению, местных властей в этом вопросе не нашел. На жаль, але зрозуміло. Ну, ось ви торкнулися лише однієї проблеми. Так, це пенсії по втраті кормільця. Годувальника, так. А взагалі, з якими проблемами стикаються люди з інвалідністю ще? Основными, так бы мовити. Сейчас, я только секундочку хочу добавить, что есть у нас в обществе слепых есть Валерий Константинович Пылев, и его поддержка в этом вопросе, как заместителя председателя областного совета, вот только его поддержка действительно помогает мне сегодня продвигаться к этому вопросу. Ну, а проблемы, которые у нас еще возникают, это жилье для сирот. В законодательстве сказано, что сироты имеют право на внеочередное получение жилья после окончания пребывания в детских учреждениях по достижению совершеннолетия. Но, к сожалению, местные власти все это решают либо ближе к выборам, там, чтобы, как говорится, все это ближе к каким-то событиям. Ну, а часто бывает еще и такая ситуация, когда сироте предлагают квартиру, в которой проживать невозможно, так как она непригодна для жилья, или предлагают квартиру, в которой проживают семьи силовиков, медработников, коммунальщиков, и это создает, скажем, неприятное отношение к обществу, к этим сиротам. Ну и, естественно, то, что в данном случае страдают обе стороны по вине третьих лиц, то это тоже как бы такая вот проблема есть. И я бы хотел, чтобы если бы мы встретились с депутатами, то я бы хотел, чтобы были все-таки внесены изменения в действующее законодательство, чтобы эти проблемы, которые возникают, не возникали, то есть законодательно это урегулировать. Були усунені ці проблеми, ну, це, я думаю, це не дуже складно зробити, так? Совершенно верно. Для этого нужна просто політична воля і чоловічське поміння питання. Більше нічого.
Ви сказали про умови, що бувають такі випадки, якщо виділяють якусь там житлову площу, то умови проживання там неможливі. Да. А з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з, ну, от представьте собі, предоставили квартиру, а там, скажімо, столярка находится в ужасном состоянии, там, скажем, помыться невозможно, потому что ванная комната требует ремонта, комната там, скажем, где человек спит, она тоже, опять же, в непригодном состоянии. Там, ну, там очень много можно перечислять вот этих факторов. А яка проблема зробити там ремонт? Ну, для міської влади, для міського бюджету, це що, дуже великі кошти? Ні, ну, к сожалению, ну, я не думаю, що це такі великі средства для того, щоб зробити ремонт. Ну, в програмі равенства є такий пункт, це ремонт квартир для людей з проблемами здоров'я. Ну, як вирішується ця програма? Скажу вам чесно. Ну, до речі, да, ми про цю програму дуже багато чули, але наскільки вона ефективна і чи особисто ви задоволені цією програмою? Я вам скажу так, що от виділяються гроші, от, наприклад, на ремонт моєї квартири були виділені гроші ще в апрелі місяці. Тобто був тендер, було там виграш, там все. От, по сьогоднішній день ремонт квартири так і не начат. Ну, я не знаю, там об'єктивні причини, суб'єктивні причини. Мені про то, скажімо, я об этом не знаю. Я тільки знаю, що на сьогоднішній день поки квартира требує ремонту. І це в цьому році, з квітня місяця, так? Да, да. Это вот с этого совершенно верно. То есть в этом году півроку вже. Ну да, і получается, а там, где иногда делается ремонт по программе равенства, ну, вызывает, скажем так, я даже не могу, как сказать, не всегда качественно те работы, которые проводятся по ремонту квартиры. Ну, скажем, оставляют желать лучшего. Потому что берут таких мастеров, ну, которые, скажем, ну, не всегда умеют то, что необходимо делать. Ну, допустим, если человек может делать одно, то он не может делать то, чему его не учили, и он, к сожалению, не умеет. А там бывают необходимые люди разных профессий. Это электрики, это те, кто умеют плитку положить, пол сделать, там стяжку, допустим. Там, ну, там разные то есть вопросы. Так, вот всегда начинается ремонт с дома, я так думаю, всегда начинается с электричества. Потому что і сантехніки, ну, там, да, ну, Юрій Анатолійович, це зрозуміло, але зробити ремонт в квартирі – це не супутник у космос запустити, це не дуже складна операція. Від кого залежить виконання цього завдання? Хто повинен контролювати, хто повинен виділяти гроші, контролювати цих спеціалістів, які займаються цим ремонтом? Что тут важко вот, сделать ремонт? Я считаю, прежде всего, Геннадий Леонидович – это показатель его команды, работы его команды. Вот. Если, допустим, там проживает человек с инвалидностью, то для этого есть управление труда и социальной политики, которое должно контролировать отдел по делам работы людей с инвалидностью. То есть для этого есть люди, специалисты, которые должны выполнять эту работу. Вопрос только в том, насколько эта работа отвечает тем требованиям, которые должны выполняться. Угу. Вот. Ну, ми з вами торкнулися лише одного пункту цієї програми «Рівність», так, наскільки я розумію. А щодо її виконання по іншим напрямкам, як вона працює в Одесі і чи вона ефективна насправді? Ну, давайте возьмем очень такой болезненный вопрос. Это общественный транспорт. Вот транспорт есть, вы знаете, он всегда переполнен. Люди с инвалидностью, бывают такие сложные ситуации, когда водители не останавливаются, не всегда берут. Я не говорю, что все водители так. Есть водители, которые по-разному реагируют на человека с проблемами здоровья, с явными признаками проблемы здоровья. Одни останавливаются возле человека, помогают войти, там даже объявляют в салоне, уступите место для человека там с проблемами.
Вот. И я очень рад, что есть такие водители. И я хочу сказать, что департамент транспорта здесь проводит колоссальную работу, за что им огромное спасибо. Ну, понимаете, человеческий фактор, он всегда присутствует. Ну, вот теперь коснемся инватакси. Слово инватакси для меня – это такси для людей с инвалидностью. Но оно приспособлено почему-то только для людей с проблемами на колясках. Вот, когда, вот я знаю, были такие случаи, когда подавали для людей незрячих, приезжала там непонятная какая-то там скорая в очень в ужасном состоянии, когда родители, когда там члены семьи заходили в эту скорую, а она в таком ужасном состоянии, то, ну, представьте себе, сюда посадили человека с инвалидностью, а там член семьи сидит на каком-то ящике, и вот это едет, вы представляете, это скоро ее подбрасывают, это все на дороге, вот какое чувство, да? То есть я понимаю, когда человек на коляске, ему удобно, там есть подъемник, он заехал, прикрепился, для него это удобно, да, я согласен, для него это, для него это комфорт, вот. А для незрячего нужен другой комфорт, ему нужно, чтобы он сел на место там, на стул какой-то, чтобы, или там сиденье какое-то, чтобы он мог ехать так, как в обычном такси, как в обычной маршрутке. То есть, вот... Комфортно. Да, комфортно. То есть комфорт должен быть... Юрій Анатолійович, є у нас телефонний дзвінок, я пропоную поспілкуватися з нашими телеглядачами і послухати питання від телеглядачів. Будь ласка, добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а как же вы передвигаетесь вот по улицам? Я бываю за границей просто и знаю, что там и говорящие светофоры, и плитка какая-то специальная такая есть, что вот, ну, слабовидящий человек понимает, можно ему идти на дорогу или нет, вообще где дорога. А у нас как что-то есть такое? Дякую. Дуже таке доречне питання, бо насправді, як ви вважаєте, наскільки наше місто пристосовано, адаптовано до людей з інвалідністю? К сожалению, я хочу сказати, що от я сьогодні добирався сюди, в студію, я заметив, що світофори в центрі міста не озвучені взагалі. Я уже не говорю о том, что там, да, вот спасибо за вопрос, там действительно есть такая плитка контактная, она красится таким желтым цветом, там есть такие точечки, это действительно есть такая плитка, но опять же она не установлена, не везде установлена. Там, когда устанавливается эта плитка под, как под пандус, допустим, это ж сразу решается три проблемы. Это для мамы с коляской, это для пожилого человека и для незрячего. Вот эти точечки дают возможность ориентироваться перед дорогой, там стоит тоже, ну, скажем так, не везде сегодня эти требования выполняются. К сожалению, я с вами согласен, что они не выполняются. Ну, до речі, якщо ми торкнулися теми нашого міста і його пристосування до людей з інвалідністю і до цих проблем, а що ще можна сказати? От ось зараз зовсім скоро почнеться зима. І це сніг, це калюжі, дощ і таке інше. Наскільки зручно людям пересуватися в нашому місті взимку? Вы знаете, очень, очень сложно, во-первых, передвигаться по зимним тротуарам, потому что, я даже скажу, даже и летним тротуарам сложно, потому что они заставлены различными препятствиями, там, я не буду перечислять, там это и транспорт, это и... припаркованный, так? Да, припаркованный не в том месте, где должен быть, это и цветы. Я понимаю, красота, дело хорошее, но вот эти вот вазончики, которые стоят на дороге, они... ну, скажем, помогает человеку с инвалидностью получить дополнительную травму. Извините, но так оно и есть. Я сам, когда несколько раз получал уже травмы, потому что там не учтены проблемы людей с проблемами зрения, с проблемами перемещения на коляске.
к сожалению, не всегда это учитывается при установке вот этих ограничителей, которые там должны быть, потому что иногда вот действительно если водители могут позволить себе по тротуару ездить, как по дороге, понимаете? Угу. Ну, це так, на жаль. Ну, до речі, питання, коли поставили до нас питання, до вас в першу чергу, і сказали, що за кордоном вирішуються ці проблеми дуже гарно. Чому, як то кажуть, ізобретати велосипед? Так, ведь є приклад, ну, дійсно, приклад, як ці проблеми вирішуються за кордоном. Як ви вважаєте, чому не брати цей приклад і застосовувати його у нас, ну, в Одесі? Я вам в чому проблема? Ну, проблема заключается в том, что те люди, которые в обязанности которых это должно входить, они, ну, скажем так, не особо заинтересованы в решении этих вопросов. Хотя бы потому, что, ну, скажем, им проще прийти, найти возможность, аргументы, отказать людям с инвалидностью, чем решать те вопросы, которые можно решить. Иногда вот, когда общаешься с людьми, с такими же людьми за рубежом, угу. то они рассказывают, что вот нам сделали вот это, вот нам поставили вот, когда заходишь в магазин, в супермаркет, допустим, там есть, подходит человек, любой продавец, любой работник магазина и спрашивает, не человек с инвалидностью его бегает, ищет, а он приходит и спрашивает, вам чем-то можно помочь? Вот, вы пришли к нам что-то купить, то есть там... у них это уже отработано настолько, что... Я думаю, что их опыт надо перенимать и внедрять у нас. Угу. Ну, до речі, а якщо приклад навести, як ось ви в нашому місті вирішуєте ну, ці битові такі елементарні проблеми? Піти до магазину, поїхати там до лікарні, звернутися в якусь установу державну і таке інше. Ось, якщо наводити приклад, як це робиться за кордоном, я так розумію, ви спілкуєтесь і ви знаєте, як ці проблеми вирішуються, так? І як це робиться у нас? Mm-hmm. Щоб люди розуміли, наскільки ну, важко в нашій країні, в нашому місті конкретно, стикатися з проблемами з такими. Я вам скажу, дело в том, что когда человек с инвалидностью звонит и говорит, мне нужна помощь добраться к тому или иному объекту, там, неважно, здравоохранение или еще какие-то там, даже увеселительные заведения, неважно, это, то есть человеку все равно нужна помощь туда добраться. Там дается сопровождающий, там дается машина для того, чтобы человек мог добраться. У нас, к сожалению, таких возможностей, то ли возможностей нет, то ли, скорее всего, желание местных властей. Я вам скажу, что вот служба сопровождения, которая у нас раньше была, мы выбивали очень долго, это вот, скажем, 11-12 год, я там работал руководителем службы и работал диспетчером. Мы знали проблемы своих незрячих, сейчас эта служба непонятно, как она работает, там непонятно, скажем, допустим, для того, чтобы заказать инватакси, надо позвонить хотя бы за неделю или угу. там за 4-5 дней, чтобы твой заказ был исполнен. Кроме этого, надо почему-то предоставить документы, значит, паспорт, код, там, идентификационный, там, я считаю, что это вообще не должно быть. Потому что все наши персональные данные находятся в пенсионном фонде, в управлении труда городского, областного подчинения. У нас все это в базах есть. Я не понимаю, для чего создавать еще одну базу для вот этого. Я считаю, что это неправильно. Угу. Вот. Потому что человек пришел, вот он, то есть он позвонил, заказал, скажем, то же самое такси или сопровождение. Такси подъехало, допустим, человек вышел там, сел и поехал. Все. Ну да, какие проблемы? Да, какие проблемы? Он предъявил удостоверение либо пенсионного фонда, либо управления труда, что в машине находится этот человек, а не другой.
Вот. Если человек хочет взять с собой, ну, скажем, друга какого-то или там еще какого-то человека, чтобы, допустим, поехать на тот же самый вокзал, там родственника взять, да? Нет, этого делать нельзя. Если это человек с инвалидностью, то надо указывать и того человека с инвалидностью, который хочет ехать с ним. Допустим, если я возьму с собой сопровождающего, и он будет тоже человек с проблемами там, зрения, допустим, да, вот у него там вторая группа там, или третья, да, нет, значит, вы должны указать, так делать нельзя, мол, это неправильно. Я говорю, ну как же это неправильно, если для нас, вот я считаю, что человек, мы вызвали такси, вот мы хотим сесть туда два или три человека. В чем проблема? Опять же, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что человек садится, берет с собой еще там, допустим, одного или два человека для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну, це так. Я теж не бачу в цьому ніякої проблеми. Є ще у нас телефонний дзвінок. Я знов пропоную поспілкуватися з нашими телеглядачами. Добрий вечір. Добрый вечер. Так. У меня вопрос к нашему гостю. Будь ласка. Не праздный вопрос, потому что у меня мама тоже была инвалидом и, ну, корректнее сказать, человеком, да, с ограниченными возможностями. Угу. У меня вопрос такой к гостю. Удается ли летом ему вообще там как-то подойти к морю, спуститься к морю? Как сейчас обстоят дела с пляжами? Потому что у нас это была очень большая проблема. И вот, несмотря на то, что была программа доступности, якобы, вообще она так вот по миру ходит, у нас почему-то эта программа не реализовывается так, как должна быть, вот, чтобы для людей действительно, тем, которые не имеют этой возможности. Даже в сопровождении они не имеют этой возможности. Mm-hmm. Как сейчас обстоят дела? Дякую за питання. До речі, спасибо вам за вопрос. Да, действительно, проблемы с пляжами сегодня очень большие. Я вам скажу, что пляжи в основном, пусть, я не знаю, на меня обидятся люди с проблемами передвижения, да, вот колясочники, для них еще что-то городская власть делает, да. А для других, ну, скажем, я не вижу сегодня тех решений, которые бы помогли людям с проблемами зрения подойти к пляжу. Там в основном нет условий для того, чтобы незрячий мог сопровождающим прийти на пляж. Я так понимаю, что если это пляж для людей с инвалидностью, то он должен быть приспособлен для разных мобильных групп. Угу. Вот, я так понимаю. Но, к сожалению, те, кто проектирует, те, кто рассматривает эти вопросы, они не всегда учитывают вот эти возможности у каждого. Я понимаю, что, допустим, когда человек с ампутацией там, или, допустим, человек там на коляске подъехал и там на протезах пришел. Бывали такие случаи, когда их просто не пускали к проезду. То есть там стоял шлагбаум, он подъезжал, человек вынужден был выходить из машины, там как-то это показывать удостоверение для того, чтобы проехать на пляж. Угу. Понимаете, такая тоже проблема была. И она была и в позапрошлом году, она была и в прошлом году, она есть и была в этом году, к сожалению. Пока, я не знаю, то ли это, я еще раз говорю, то ли это зависит от местных властей, то ли зависит еще от каких-то ситуаций. Но я думаю, что все-таки от местных властей зависит очень много. И то, что вот как решается сегодня проблема, это показатель местных властей о решении проблемы. До речі, а які умови повинні бути створені, ну, про пляжі, якщо ми зараз говоримо про пляжі, для людей з інвалідністю? Бо ви сказали, що для людей, які пересуваються на інвалідних візках, ну, більш-менш умови якісь є. А що додатково треба створити? Це що, дуже велика проблема? Чи це дуже дорого? Чому так? Чому от для однієї групи більш-менш сприятливі умови, а от для інших нема таких умов? Чому проблема тут? Ну, ви знаєте, мене давно удивляє этот вопрос, удивляє вот эта ситуація, що для одних більше, для других менше. И, к сожалению, я пока не вижу пока такого ответа, который бы, скажем, найти решение этого. Что касается самого пляжа, для этого нужно просто приглашать людей с инвалидностью, общественников приглашать, не только представителей организации, допустим, общества слепых, но и приглашать общественников, чтобы они принимали активное участие.
для того, чтобы, скажем, коллективно найти какое-то решение, потому что каждый предлагает свое решение, можно найти компромисс. Угу. Ну. Зрозуміло. Ну, до речі, ось коли дзвонила наша телеглядачка, вона сказала, що люди з обмеженими фізичними можливостями. Ну, це так, називають так людей, що вони з обмеженими фізичними можливостями. Але за кордоном ці люди не вважають себе з обмеженими фізичними можливостями. Вони не обмежені нічим, вони живуть, як всі остальні люди. Як, на ваш погляд, можна вирішити проблеми людей з інвалідністю в Одесі? Що треба в першу чергу робити, щоб вони, я маю на увазі люди з інвалідністю, не відчували себе людьми з обмеженими фізичними можливостями? Ну, для этого надо, ну, для этого надо многое. Ну, например, поменять... Ну, скажем так, по-перше, в першу чергу, самое главное, что треба зробити? В первую очередь, надо, чтобы местные власти сами поменяли свое отношение к людям с проблемами здоровья. Вот, это в первую очередь. И тогда будут те рекомендации, которые мы там предлагаем, будут учитываться, будут устанавливаться там, допустим, какие-то ограничители, какие-то знаки, допустим, вот, допустим, вот я вам приведу пример, вот есть подземный переход на ЖД вокзале, да? Там, значит, когда человек незрячий подходит к этому подземному переходу, там есть вот такие вот плиточки о том, о чем говорила вот женщина, да, и он подошел, он уже знает, что дальше ему надо, то есть он уже должен быть внимательным, то ли здесь подземный переход, то ли здесь дорога, то есть он уже понимает, что для него это уже как бы внимание. И вот я, допустим, пользуюсь, когда я иду через подземный переход, я становлюсь на эти точечки, я уже знаю, что вот здесь подземный переход, я знаю, что надо быть внимательным, потому что здесь ступеньки, здесь есть поручни. Вот. И, то есть, я ориентируюсь. Вот, тогда это проще. Угу, зрозуміло. Але ви сказали, що для цього треба, щоб влада опікувалась цим. А як ви вважаєте, ви сказали от, з початку нашої бесіди, що ви всю каденцію Геннадія Труханова пробували потрапити до нього і поспілкуватися з ним, але так і не змогли цього зробити. Як ви вважаєте, чи можливий взаємовигідний якийсь діалог між представниками влади і такими людьми, як ви, людьми з інвалідністю? Тільки лише взаємне розуміння, тільки взаємне взаємоуваження дасть можливості, дасть плоди хороших сходів, як кажуть в Біблії. Надо, для этого нужно поменять свой мир внешний, поменять внутренний свой мир на все доброе, все то, что всегда в мире ценится, перейти к диалогу, потому что без взаимного диалога просто это невозможно. А для этого нужно власти быть ближе к людям, которые их избрали. Надо встречаться с различными группами, в том числе и с проблемами здоровья, встречаться и интересоваться их проблемами, их просьбами, какие задачи и как можно эти задачи решить. Дякую вам, Юрій Анатолійович. Я бажаю вам здоров'я і сподіваюся, що все ж таки ті проблеми, про які ми сьогодні з вами казали, будуть вирішені. На все добре вам. Спасибо. Що, шановні телеглядачі, наша програма надійшла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали, що робить міська влада для людей з інвалідністю. Три варіанти відповіді ми мали. І 7% вважає, що всіляко допомагає. 37% вважає, що робить вигляд, що допомагає. І більше половини, 56%, вважає, що влада не помічає їх. Дякую вам за голосування по інтерактиву. Дякую за ваші телефонні дзвінки. Наша програма надійшла кінця. На все добре. До зустрічі.